Доброго времени суток, дорогие друзья, уважаемые зрители и гости моего канала. Именно здесь, на втором этаже, происходили самые главные события нашего дома семьи. И в течение одной недели после работы, и когда работы не было, и в субботу и воскресенье производился монтаж перегородки, между комнатами, на которую потом будет нашиваться имитация бруса. Вчера супруга посетила этот дом с проверкой. Ну, не шучу, не с проверкой, а просто посмотреть, как здесь все сделано, и осталась очень довольна. Поэтому камень с плеч и продолжаем дальше. Расстелили ковровое покрытие, но его расстелили пока временно. Конечно, все вот это еще будет обшиваться, но постелились с целью такой, что на Новый год сюда приедут родственники наши все. Самара, Москва, дети. И какое-то время мы будем находиться в этом доме, а мужская половина, наверное, будет ночевать. Соответственно, вот это как бы для мужчин, чтобы они здесь спали на надувных матрасах. И цвет специально синий, мужской, не розовый. Повеселее, конечно, с канарейками. Как-то приезжаешь, они тебя здесь ждут. Вот сегодня было в доме 5 градусов, потому что 2 дня я тут не ночевал. Протапливаем, но не такое количество времени. И пришел, только начал открывать, и как послышалась песня. Нравятся они мне, такие солнечные зайчики. Вот уже полноценно дом протапливается практически 2 недели. И один из подписчиков, когда я тянул домкратами полы, оставил комментарий: все красиво, но все это рассохнется. Я тогда скептически, конечно, к этому отнесся. Но вот после 2 недель интенсивной топки, радуете вы меня, радуете, вот как поют. После 2 недель интенсивного прогревания дома, он, кстати, трещал, сейчас перестал трещать. И были трещины, появлялись новые, но все проконопачено. И после 2 недель интенсивного нагревания дома чугунным камином, пол стал рассыхаться, появились щели. Конечно, мне его не перетянуть, и что с этим делать дальше, и он рассыхается, причем интересно, вот как тепло идет, и вот так он рассыхается. Там нормально, а здесь не очень. И смотря старые фильмы, да и у нас были в моем детстве деревянные полы, и у бабушек там, и у дедушек в деревнях, постоянно мыли полы, но с целью, наверное, такой, чтобы не рассыхался пол. Ну, конечно, я полы мыть не буду, но посмотрим. Может, надо герметиком замазывать, пока не знаю. Пока будет стоять так, и до лета никаких манипуляций с полом проводиться не будет. Хотя я даже торцы прокрашивал, чтобы влага не так уходила. Но тем не менее, произошла вот такая вещь. Ну и вернемся к голубям. Уютно, конечно, сидеть у камина, как английский лорд, смотря на огонь и думая о прекрасном, вспоминая былое. Ну и у нас, конечно, голуби, которые — это часть нашей жизни, и вернемся к голубям. На прошлом видео я сказал, что не знаю, сколько голубей у нас находится в питомнике. И вчера я их пересчитал и ужаснулся цифрами, которые мне обозначила сама природа. Вчера еще была проведена вакцинация. Напомню, голубей я вакцинирую. И вакциной НБ, голубь НБ. Вакцина, один тоже подписчик написал, что ушли от этой вакцины. Начала она пробивать, то есть голуби начали болеть. Но у меня пока нормально. Вакцинацию показывать не стал. Видео с вакцинацией, как я вакцинирую голубей, достаточно на моем канале. Есть много противников, я их знаю, этих противников вакцинации. Но на одном из каналов разгорелась полемика, я в нее вступил. И там человек тоже был против вакцинации и является противником против вакцинации. Я ему объяснил, что я голубей вакцинирую, у меня голуби спортивные. На что он написал: ну, спорту это будет только во благо.
Соответственно, друзья, конечно, голуби, которые содержатся в одном месте, в одной точке, исключен контакт с какими-то другими дикими птицами или птицами, конечно, наверное, вакцинировать не надо. И вот это, они как находятся как в банке, приобретая иммунитет именно для этого пространства. Но тем не менее, вернемся. Ой, цифры, конечно, меня очень удивили. И вот вчера переписал всех голубей, написал вакцинация, 23-й год. Вот, но тем не менее, значит, пересчитал голубей. У нас, напомню, 2-3 отсека и 2 питомника. В одном самом первом питомнике у нас у меня 2 отсека и 1 отсек в новом питомнике, который был запущен в эксплуатацию в прошлом году. Значит, в первом отсеке, где у нас находятся голуби, там находится 37 голубей. Из них 2 голубя бойных и 3 птенца, которые были отсажены от хороших производителей, дабы их сохранить. В отсеке, где отсажены голубки, но там есть и голуби, и молодые, в перемешку 22 голубя и 15 голубей, которые летная команда, которая у нас летает каждый день. Итого у нас получается, ужас, 74 голубя. Умножая на 30, если получается 2 на 30 грамм, то есть в день мы должны тратить 2 килограмма 140 грамм. Много, а за неделю это уже 14 килограмм и так далее. Вот, но тем не менее, значит, молодых у меня в настоящий момент сейчас 34 молодых голубя. Из них 10 голубей, которые прошли курс тренировок и пролетели 100 километров. Вы эту тренировку можете тоже посмотреть на канале. 9 голубей молодых закрытых. И да, 9 закрытых, значит 10 прошли тренировку, 9 закрытых и 15 в небе. Итого 34 голубя. Это 34 голубя, которые на следующий год пойдут в тренировку до 207 километров в Ярославле. Они на следующий год будут уже годовалыми. Годовалая птица сырая, вы знаете, особенно птица в спортивном голубеводстве, которая готовится на дальние дистанции. Годовиков у меня это годовики голуби, которые на следующий год, соответственно, будут 2 года. И вот эти голуби пройдут курс тренировки годовиками до... они на следующий год, вот эти голуби, они будут уже 2-годовалыми, и они полетят, мы их будем готовить на 712 километров. И 2-годовалые голуби, которые в этом году, из них, значит, 3 голубя и 2 голубки, которые прошли 712 километров. Напомню, голубей я сдавал 4, 3 вернулось 712 километров, а голубок я сдавал 4 и 2 вернулось. Результат неплохой. Обозначилась звездная пара. Вот этот учет, конечно, надо всегда писать, смотреть. Не, многократно я еще к этому подойду, списку буду перелистывать всю зиму. Вот, и обозначилась у нас звездная пара. Звездная пара — это голубь, который первый прилетел 712 километров по питомнику, и голубка, его жена, вам так называть, которая тоже первая прилетела 712 километров. Они дали 2 птенцов, причем один птенец у нас оттренировался и остался из 40, по-моему, голубей, из 40 голубей тренирующихся, который остался в десятке, которые остались после проведения всех тренировок. Тренировал я, напомню, 20-20, 40-40, 60-60, 100. По-моему, так, ну... А нет, 61 раз. И вот этот голубь 08580. Вот он остался от этой звездной пары. И от этой звездной пары еще есть один голубенок. Голубенок, который сейчас прикрыт и будет использоваться на следующий год. Он даже не облетанный. На следующий год, я думаю, его буду использовать в разведении. Поэтому, друзья мои, 74 голубя. Это для меня много, и, соответственно, если кому-то надо, вот мне один московский подписчик Михаил писал, что
и голубей я для него выращивал, но у нас не получилось передать, потому что гонку отменили. И сейчас у меня не получится, потому что дочка мне не приедет передать голубей. Соответственно, кому надо, вот порядка где-то, наверное, 7 пар смогу подарить, если вы сами приедете ко мне в питомник. Ну вот и подошла к концу очередная наша встреча. Спасибо, что досмотрели меня. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, кому это интересно. Без зависти и честно. Всегда ваш улетный дачник. Всем пока и до новых встреч. Не теряйте меня. Как минимум на одну неделю. Так, что надо подкинуть? И ехать домой. Потому что очень много дел.